свое физическое состояние я оцениваю очень положительно. Если учесть, что когда я пришла в центр единения, у меня был сильнейший остеохондроз, который был больше 10 лет, я с ним просто не могла справиться. Мне не могли помочь уже ни врачи, ни экстрасенсы. И когда я нашла вот этот метод, вышла на этот метод, скажем так, исцеления, у меня прошло все за полгода. Оздоровительный эффект от занятий огромный. Словами его, трудно передать. Перед тем, как прийти в центр единения, шла речь о том, что мне необходимо делать срочные операции вены. А потом постепенно, применяя методики, сначала ушла срочность, а теперь, в общем-то, можно и не делать эту операцию. До того, как я начала заниматься, я очень часто болела. Всякие простудные заболевания, насморки, кашель и прочее. Сейчас я просто забыл, что это такое, потому что я чувствую себя здоровой. И я чувствую, у меня огромный прилив сил. Чувствуется бодрость, чувствуется желание жить, желание любить, радость. Взгляд меняется, чуткость чувствуется. Мне очень хорошо после занятий. Я себя чувствую бодрой, одухотворенной, готовой на подвиги и на великие дела. Я избавилась практически за 2 года от всех своих болезней, от всех своих проблем. Эмоциональное состояние просто потрясающее, мне летать хочется. В моей семье благодаря занятиям улучшилось с моей второй половиной взаимопонимание. Удалось его вытащить из пьянства, курения. Здесь вот находишь взаимопонимание, то есть понимание не только себя, но и понимание других. У меня появилось взаимоотношения с мамой, которые были раньше сложными. Сейчас нет проблем. То есть сейчас все просто нормально. Я знаю, что все зависит от меня в этой жизни. Стали более гармоничными отношения с детьми. То есть стало больше взаимопонимания, уважения друг к другу. Я встретила мужчину, с которым у нас очень хорошее взаимопонимание. Избавилась от ряда комплексов. Зажимы такие были очень серьезные. Состояние великолепное, потому что есть радость жизни. Есть радость общения с людьми, есть радость познавания чего-то нового. И то есть вот каждый день он не похож на другой, и каждый день это как открытие в жизни. Человек сам кузнец своего счастья. Вот действительно я это поняла. И я стала радоваться каждому дню, каждому проявлению чего-то человеческого в жизни. Учитывая, что мне уже 74 года, я считаю, что чувствую себя вполне прилично для этого возраста. И иной раз, когда солнце яркое светит, или в душе подъем какой-то, внутренний подъем, и чувствуешь себя где-то на 35 лет. Мне 66 лет. Ощущаю я себя где-то на 34. Психоэмоциональное состояние изменились настолько, что те, кто меня не каждый день видел, говорили, что я просто стала другим человеком. А сейчас я вижу такие огромные перед собой возможности, такие просторы. Я веду не одну группу оздоровительную, а стараюсь передавать все, что я накопила, все, что я имею, людям. И мне так хочется, чтобы люди были счастливы. Я теперь знаю, что неизлечимых болезней нет. Все в наших руках. Это вот, поверьте, это на собственном опыте. Я чувствую себя молодой и сильной. По паспорту очень много. Проще мне сказать, что я родилась в 1937 году. Мой духовный мир, душевное мое состояние, эмоциональное, уравновесилось, что ли. В данный момент я провожу занятия с людьми. Занятия ведутся в школе, где я работаю. А так как я духовно, душевно, морально чувствую себя этически хорошо, то и мое физическое тело тоже здорово. И все идет замечательно. Чтобы было здоровье, занимаешься вот этими вот упражнениями всеми, асанами и всем. Поэтому я практически продляю свой образ жизни и с любовью отношусь ко всему.
центр единения перевернул полностью мое мировоззрение в том плане, что я поняла, что очень много, да почти все зависит от самого человека. Я смогла исполнить свои желания, которые у меня когда-то были. Я стала рисовать, и стен все завесила в себя дома. Сейчас я вижу жизнь по-другому. Даже сразу, когда только начала заниматься, мир для меня стал цветным. Наблюдая мои группы, которые я занималась в течение 4 лет, отмечается стабильное улучшение показателей гемодинамики, нормализация артериального давления крови, показатели дыхания, количество заболеваний острыми респираторными заболеваниями значительно уменьшилось. Положительный эффект у людей от занятий в оздоровительной группе наблюдается практически во всех сферах их жизнедеятельности. Повышается уровень самооценки. Люди становятся более спокойны. Как показывают наблюдения и тестирования, они становятся менее подвержены стрессовым влиянию. Занятия мне помогли избавиться от аллергии, которая мучилась много лет. Поясничный остеохондроз. Проблемы были серьезные. Сейчас все хорошо. До прихода в центр у меня был на самом деле целый букет заболеваний. Это был колит, радикулит, гинекологические заболевания, аллергия, переходящая в астму. И вот буквально за 2-3 года я избавилась от всех этих болезней, чувствуя себя великолепно, что жизнь – это прекрасно. Жизнь прекрасна и удивительна. Было очень серьезное заболевание желудка, но когда я пришла в единение и изменила психоэмоциональное состояние, эта болезнь как-то самопроизвольно исчезла. Я пришла в центр, и у меня был гастрит. Мне приходилось сидеть на диете. А потом я избавилась. И еще у меня был распространенный остеохондроз, такой, что отнималась рука. Мне больше этого, слава богу, не случалось.